Дорогие, привет! Это твоя корейская Онни Кёнга. Мне очень многие задали вопросы. Кёнга, как можно убирать черные точки и белые точки? Поэтому я специально не убрала 2 недели черные точки. И я попросила Юни снимать мой нос черные точки. Это видео очень грязной, я заранее предупреждаю. Да, если вы не хотите посмотреть, чуть-чуть быстро делайте видео. Она? Мне очень стыдно показать мой нос. Это я не каждый день так хожу. Просто для видео я накопила это жир в порах. Я очень хорошо очищаю и хорошо убираю черные точки. Тогда сначала скажу, что такие черные точки. Черные точки появляются, когда накопится жир в порах. Вот накопится. И потом это слишком много. Как точка, черная точка появляется. Размер, говорят, как наши волосы, один тонкий волос. А чтобы глубоко убирать черные точки, я сейчас взяла моя секрет косметика. Ча-чан! Это просто гидрофильное масло. С гидрофильным маслом вы можете очень легко убрать черные точки. Вот сначала просто на сухой руке, как вы очищаете макияж, 2 безымянные пальцы. И очень грязный мой нос. Вот так массажируйте, пожалуйста. Не вот таким образом, а внутри. Вот таким образом, где черные точки. Черные точки — это тоже жир. И гидрофильное масло тоже жир. Поэтому просто растаивает до глубоко пора черные точки. Если вы массажируете, вы уже чувствуете, что какие-то маленькие черные точки меньше становятся. Вот. Очень важно долго массаж. Я трогаю и чувствую, что черные точки мало стало. И очень важно потом смывать пенкой. Но я теперь покажу, как правильно умывать пенкой, чтобы убрать черные точки. Нужна специальная техника. Сейчас покажу. Покажу с моей любимой доктор пенкой. Вот, посмотрите мое движение руки. Вот. Вот видите, сейчас очень много пузырей появился. Вот с таким движением. И тут очень важно с таким пузырями убрать и еще раз делать массаж. Там можно на все лице где-то. Вот так 30 секунд массажируйте. Если у вас большие и много черных точек, тогда можно до 1 минуты. Потом смываем водой. Все, я умывала. И потом у нас остался только один этап. Нужна просто ватная палочка, либо ватные диски. После того, как вы смывали пенкой, вот остатки появляются, и это очень мягко можно убрать. Много грязной. Вот правая часть просто с тонером. Указательный палец. Если у вас нет тонера, тогда можно просто с тонер-педом. Роллинг, делайте круг, и все закончилось. Потом нужно просто намазывать крем легкой так текстурой, не какой-то твердый и тяжелый крем, не масло, просто легкая текстура. Можно сыворотка, вот. Либо вы просто можете замазать тонером ватные диски и просто можете вот так поставить, и все. Давайте теперь посмотрим, как моя кожа поменялась.
Вот. Возможно, вы не увидите эффект очищающей полоски, которую вот так надо оклеить. Но если вы повторяете регулярно, тогда это делает, чтобы черные точки не быстро появились. Еще если у вас очень много черной точки, тонером педом или тонером очень мягко, тщательно, больше минуты вот так убрать. Тогда вы точно увидите эффект. Спасибо, что посмотрели мое видео. Если вам интересны такие лайфхаки, тогда я выложу еще. Только не забывайте подписаться и ставить лайк. Аньон!